Отношения между Давидом Манукяном и Ольгой Бузовой вызывают большой интерес с самого начала романа. При пристальном наблюдении миллионов глаз пользователей сети иногда всплывают некоторые подводные камни их личной жизни. В последнее время даму регулярно ловят на заигрываниях и встречах с таинственными дамами за спиной у Ольги. Так, например, одним из ярких примеров стали слитые в сеть фотографии дамы с некой темноволосой девушкой. Как сообщает инстаграм-группа, дело происходило в отеле «Интурист» в Ялте. А на открытии ресторана Моргенштерна Кайф Дава отъехал с еще одной темноволосой девушкой, которую Даша пустила к себе на колени. Дава также активно ищет новую пассию в Инстаграм. Пользователи приложения заметили, что Манукян любит ставить смайлики и сердечки под постами девушек. Как это произошло со стилистом и телеведущей Гуар? Возможно, в ней Дава увидел более родственную душу, чем в Ольге. Все эпизоды – это только опубликованные случаи. Сколько реальных фактов, где Дава отказывает знаки внимания противоположному полу, остается только догадываться. Не исключено, что таким образом Манукян потихоньку сливает Ольгу, чтобы начать безбедную жизнь с молоденькой брюнеткой. Среди пользователей сети любимой Бузовой славится довольно сомнительной репутацией. Его считают лжецом и обманщиком, который кормит Ольгу фальшивой улыбкой, преследуя в романе с ней лишь корыстные цели. Даже мама Бузовой, как замечали СМИ, тоже не блещет желанием стать тещей этого молодого человека. Тема нечестности намерений Давы всплыла совсем недавно еще раз. В честь очередной даты их отношений Ольга приготовила ему сюрприз, который сам Дава выложил в Инстаграм. На его лице и в голосе читалась усталость и отсутствие чувств к Бузовой. Дава 100% уже устал от этого. Ожидания не оправдались. Думал раскрутиться сам, а в итоге работает инфоповодом для госпожи Бузовой, пишет в комментариях к посту. При этом сама Ольга искренне верит своему любимому и категорически отвергает мысли о его нечестности. Даже будучи на битве экстрасенсов, она была против того, что ей пророчили разрыв с Давой, и всячески убеждали, что он ей не подходит. Очевидно, что Ольга искренне, может даже наивно влюблена в Даву и не хочет его терять. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.